Торция, Кударевича, дела Хотаван Бандич, Кашкайн, Рогвор Бата, Кашуцетфон. Когда уходила учебная дивизия, здесь так называемая, на складах осталось 65 тысяч стволов и боеприпасов к ним. Вот 65 тысяч, по идее, должно все вернуться назад, если нормально. И ни свое отечество не защищали, там ни народное защищали, не участвовали в войне, но занимались бандитизмом. Вот. Поэтому вот эти бандитские группировки, они должны в первую очередь разоружаться. Откуда, откуда? Спасибо. Собирали два дня, вот. За два дня мы собрали 5 человек в Зандаке, в Дарго, в Биное и еще в одном месте, Сейсен, вот оттуда 5 человек мы их собрали. Они сами в большинстве они не хотят домой ехать, не хотят просто. Мы их привезли вот сюда, объяснили, что им, почем вот так вот. Журналистам поговорите, с журналистами, если придут родители, с родителями поговорите. И дело ваше, хотите ехать, хотите нет. Вот сейчас воюю на этой стороне, да? Вот посчитай это, сколько месяцев, правильно? Да. Меня так просто берут и едешь ты на армию. Меня вино это, все оружие мое, все. Мое личное. Здесь лучше. А где, откуда ты родом? Судмуртия. Ты с родителями связывался? Не связывался? Нет, такой срок не успел. А ты давно в плен попал? Около 3.